В Самаре определили лучшего специалиста по охране труда компании «Т-Плюс». О том, как проходил конкурс и кто одержал победу, расскажем в нашем материале. 14 участников из всех филиалов компании ПАО «Т-Плюс» собрались в эти дни в Самаре, чтобы продемонстрировать свои навыки и знания в области охраны труда. Конкурс проходил в течение 2 дней и состоял из 5 этапов, включающих теоретические и практические задания. Компетентное жюри на каждом этапе оценивало скорость и правильность решения поставленных задач. Уровень подготовленности специалистов по охране труда, он всегда высокий. У них есть у всех. Стремление к знаниям. Они прекрасно понимают, что чем лучше и больше они узнают, тем лучше и легче будет им работать. Победителем соревнований стала специалист из Перми Татьяна Вшивкова. Конкуренция высокая, и первое место для девушки стало приятной неожиданностью. Но опыт взял свое, признается Татьяна. Она уже 10 лет работает в сфере охраны труда. Мне очень приятно. Вообще приятно, когда твои заслуги оцениваются. Ну, я считаю, самое главное все-таки любить то дело, чем ты занимаешься. Участники, занявшие 1-е и 2-е места, будут представлять компанию на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Москве в первых числах декабря. Галина Топилина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.